Дорогие друзья, дорогие подписчики, с вами я, Искатель Плюшек. Сегодня хотел вам показать, как же сделать нам с вами крутую татушечку. То есть я буду делать самую простенькую. Я сейчас пытаюсь стереть. Не знаю, получится, не получится. Сейчас со своей руки. Я только ее нанес и сразу решил стереть. Так, ну что ж, приступим. Вот моя рука, по которой мы и будем с вами делать. Тут у меня лежит кое-что. Надо это промокнуть и вытереть. Вот так вот. Брать вот, нужен всего лишь стол для вас. Обычная ручка, без разницы, шариковая, не шариковая. Абсолютно все равно. Вот такая вот. Дальше детская присыпка. Стоит она 11 рублей. Перекись водорода. Стоит она 25 рублей. И карандаш для ободки глаз. Вот такой вот карандашик. Для обводки глаз. Стоит он 20 или даже 30 рублей. Ну, может быть, он стоит будет, может быть, чуть побольше. Для начала мы пишем какой-нибудь или рисуем какой-нибудь узор. Я буду писать, как бы я не художник, и, во-первых, это будет занимать очень много времени. Ну что ж, приступим. Вот так мы пишем с вами. Буду писать я. Угадайте, что? Правильно, искатель. Так. Так, дальше что мы? Вот, искатель. Как видим, надо чуть побольше, конечно же, буквы делать, но мне как бы и это нормально. Видим то, что у нас тут как-то некрасиво. Можем и такую оставить, конечно, если вы хотите татуировку такую вот. Дальше мы пишем с вами вот таким вот карандашом. Аккуратненько обводим. Конечно же, вы можете написать абсолютно любое, можете нарисовать там какого-то дракона. Но мне пока что и так нормально. Так как я обычно не рисуюсь от татуировок и не буду, наверное, в будущем это делать, ну, пока можно побаловаться. Я, может, сделаю себе на плече какого-нибудь суперкрутого дракона. А может быть, я не знаю даже, может быть, что-то, знаете, такой череп какой-нибудь, не знаю, что-то такое, что сейчас в моде. Ты сделал. Так, обязательно закрываем с вами карандашик. Мы его с вами закрыли, отложили в сторону. Берем вот присыпочку. И посыпаем. Таким вот способом. Потихонечку. Вот так примерно. Видим, да? Теперь осторожненько, чтобы надпись была беленькая, мы берем и вот так вот втираем в нашу кожу. Также мы должны надпись тоже, вот это самое главное, подтереть. Вот, видим, надпись с вами сделалась. Так, для чего же нам нужна была присыпка? Так как мы сейчас будем пользоваться с вами перекисью водорода, присыпка нужна была, чтобы не стереть вот это все. Я вот, видите, вот тут вот попробовал уже, видите, там вот L буква была. Я ее попробовал без присыпки. И у меня все размазалось просто-напросто. Берем и чуть-чуть капаем на нашу с вами татуировку. Всего лишь 3 капельки. Видите, я сделал. Берем вот так вот и размазываем. Так вот это надо стереть. Мой неудавшийся татуировочный эффект. Вот так. Все. Вот у нас получилась вот такая вот татуировочка. Но она сейчас будет при любом касании, вообще при, ну, вообще против, вот можно даже чисто листочком, или вы сейчас занавеской, без разницы, она может стереться сейчас. Поэтому аккуратно, минут 15-20, посидите вот так вот и подождите, пока она у вас засохнет. Прошло 20 минут. Как видим, да, сейчас я вспышку вырублю, чтобы вам было чуть лучше видно. Вот что случилось с моей татуировкой. Нормально. Теперь давайте ее попробуем смыть. Вот таким вот способом. Сейчас мы давайте камеру даже положим. Так. Стой.
Стой. О, отлично. Я думаю, видно все. И давайте теперь кидать. Сильно. Так, вот татуировка руками не смывается. Отлично. Так, теперь попробуем смыть тату. Наша с вами с помощью полотенца. Так. Сейчас я там промокну и посмотрю. Отлично. Тату сохранила свой черный цвет. Хотя вначале должен был синий быть. То есть был синий, да, как видели в самом начале. Тату сохранила свой цвет. И оно не смывается обычной тряпкой. То есть даже если мы вот так поводим с вами. Так, подождите, не получается. Все равно не смывается. Это действительно круто. Я не знаю, как я это буду смывать. Но, в принципе, мне нравится. Искатель написан. В принципе, идешь вот так вот, и у тебя тут искатель написано. Че, ну, я думаю, нормально. Даже еще промочу. Таким вот напором воды. Даже еще сильнее напор сделаю. Вот таким вот. Ай, горячая, зараза. Все, ладно, хватит. Хорошая татуировка. Отлично все получилось. Надеюсь, вы сделаете так же, как и я. Я где-то ее держал 20 минут, то есть где-то 20. Даже я вот так вот сделала. Вот так ее потру. Смотрим. Ни хрена. Она не стирается. Да, жопа. Ну, вы можете нарисовать какую-то крутую картинку. Не обязательно какие-то надписи. Ну что же, с вами был я, Искатель Плюшек. Надеюсь, вам понравилось видео. Вы поставите лайк, подпишитесь на канал. И сделайте себе классное тату. Кстати, пожалуйста, выложите его в ВКонтакт, если вы делаете. И оставьте ссылку вашей картинки в описании. Я хочу посмотреть, что у вас получилось. Ладно, всем пока-пока.